Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Бэтмен на рыцаря Аркхейма. Так, ну что, мы нашли последнюю эту жертву, которая дала возможность нам выйти на какого-то хренделя, который находится вот здесь. Как его там звать? Логово Ласло Валентайна. Оу, салон куколки. Я хотел бы по дороге заехать сюда, честно говоря. Я думаю, вы не против, да? И что? Я хочу попробовать импульсом ебануть эти пушки там. Не знаю. Вот, видите, у меня заряжено полностью. Бля, кстати, у нас еще проблема с этими, как его? Пожарниками, бля. Мы не все пожар... Оу! А ты чё? Оглушили. Ты чё, блядь, откуда взялся? Блядь, он так долго это допросить хотел, я прям не знаю. You work for Riddler, so talk to me. This is all I know. It's enough. Этого хватает. И до свидания. Короче, понятно. Пошли бы не нахер. Скажи им так. Если импульс этот на них не действует. Так, давайте по-другому посмотрим, что у нас тут творится. Так, какие-то задания выполнили, какие-то недоступны. Мины, видите, пингвин недоступен сейчас. И этот. Ага, этот хрен недоступен. Блять, а я тогда еще искал его. Рыцарь еще где-то будет тоже. Так, давайте. Laszlo Valentin. He's killed six people, Alfred, but no more. It's time to pay a visit to his beauty parlor. Be careful, sir. The man is unhinged, even by Gotham standards. А, вижу. Okay, command just sent out a dossier on a metahuman known as Poison Ivy. Get reading. Bat's rudder on board. Хотя так обсираются там постоянно. Там своя погоня, у каждого свои движники. А... Пошли нахер. Пошел ты в зад. У меня тут задание совсем другое. О, даже знак вопроса есть. Так, все тут неплохо выглядит, скажу-ка я вам. Ага, там можно с той стороны раздолбать стену. Мелодия играет. Так. Тут какой-то у него стула хирургическая, все понятно. Блять, ну нахера. О, наконец-то, правильно тут рисует. Странно, что никто не слышит эти взрывы, блять.
Нашли этот трофей. А что же тут у нас? О, блядь, заколотили какими-то фанерными... Фанерой, точнее, это я хотел сказать, фанерными досками. О, там какие-то люди даже есть. Походу, он здесь, наверное, держит людей в клетке. О, он смотрите, он кого-то там уже хреначит. Дебилоид. В свинячьей маске еще. Хочется ему по репе конкретно надавать. Пиг. You're done here, Valentine. Let them go. Oh, no, 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 no. Pig, not ready yet. She's all unique and wrong. All messed up. Inside out. Он сам какой-то урод. Make her better. Pig make all of us better. It's over. But Pig can fix you too. Make you perfect, like the others. You're insane. And what are you? I'm here to stop you. Bad. Bad. Pig is like clay. Pig is like God. Pig is here to fix us all. Наверное, чувак уже жопа. That's it, my darling. Show him how perfect you are. Pig make you invincible. Чувака вырубили. It's like they're immune to pain. I need to make sure they stay down. Так, давай-ка быстренько вот это вот. Ты чё, сучара свиномордная? Ты чё, малыш? Красиво мы этих уложили. Шо пиги, блядь, не ожидал? Такой певец, блядь, зверский. И хочу ту маску с него снять. Ну, какой голос у него есть. Нихера себе, чувак. Что ты? Не ожидал, блядь, что я тебя, блядь, впущу, это тоже наш.
Ты смотри на эту сучару. На! Да, блядь. Блядь, я тут даже не могу понять. Блядь, как он меня пробивает? Блять, вот это гляк. Давай же, кидай. Сука, быстрая, да? Что такое? А, понял. Блять, а что с этим козлом делать? Блять, непонятно, что делать. Какой взрывчатый ель, блять. Thank you.
блядь, что делать с этим дебилом? Блядь, я не знаю, что с этим дебилоидом творить, блядь. Pig, happy pig, glad. Pig gets to play with flesh, make it look pretty after death. Блять, вы что, на приколе, блять, или что? Пиздец, блять, я хуею просто. Откуда начинать, блять? Да. Говорю сразу, я переигрываю. Это может быть такое, что я просто предыдущий бой вы не видите, потому что я его вырежу, блин. Быстрее всего, блин. Так, сразу пропуск... Ой, блядь, ты что? Прибил бы эту, сука, толстожопую морду. It's like they're immune to pain. I need to make sure they stay down. Так, я бы с этим стулом уже бы что-то сделал бы, честно говоря. Так, эту заставку мы все видели. Это такой... Блядь, сука, откуда ты, блядь, взялся, сука?
Да ёб твою ж мать, блядь. Чё, посмотри, что тут подсвечивается. Это что за херня? Может, тут не просто так это подсвечивается? Я не мог понять, почему подсвечивается. Что он хочет, что-то быстрым взрывательным гелем, чтобы я сделал? Блять, все равно он закидывает его, блять, хуй его знает куда. Блять, ну нихуя не могу понять. Ну что делать, блять, с этим, сука? А, наконец-то, блять. Ёб твою ж мать. I can't leave until I've rescued the other victims.
Фу, блядь. Такое задание, блядь. Кто там орёт? А, понял. Ну это хоть понятно. Этим с этим, блядь, толстожопым, блядь, до конца не было все ясно. Оказывается, надо было, блядь, нажать на две кнопки одновременно, чтобы через этот стол перепрыгнуть и дать ему в табло, блядь. Я херею просто. Опа, кстати, один из пожарников. Привет, чувак. Что ты тут обосрался, что ли? Thank God you got here when you did. After what he did to the others. You're safe now. Stay here with the others. I'll send a squad car to pick you up. Thanks. I don't know what he would have done to us. Что-то бы сделал. It's okay. It's over. Help me. Thank God you got here when you did. After what he did to the others. Все понятно, надо отсюда чухать. Please, please help. Так. Как он оттуда вышел, хрен его знает. Ай, кабан, блядь. Сейчас тебя отвезем. Смотри, он что там хрюкает, тварь. I'm taking you where you won't be able to hurt anyone else. I'll make sure of it. He doesn't hurt. He heals. He fixes. My Dollatron's heart works of art. Those people are living a fate worse than death. Not death. Pig makes life worth living. And the ones you murdered? Too broken for Pig to make better. Too imperfect. Там чешет, блядь, чухню какую-то. Those things you couldn't change. It's how I identified the bodies. It's how I caught you. It's why you failed. No, not fail. Picture you, sick. Like to see. Так, все, привезли этого дебила сюда. Вы извините, что у меня, конечно, там с первого раза не получилось. Реально, я не знал, что стол так можно перепрыгнуть. Я думал, там надо как-то бомбу в него кинуть. Потому что писали постоянно, типа, взрывной гель. Мамочка рассердится. Придурок. Pig. Not good enough. Oh, never good enough. So close. Until you talk to me, I... can't do better! So much better! It could have been so perfect! You should have stayed away tonight, Dent. Totally. How many times have we done this, Batman? You put us behind bars, only for us to escape. Your life is meaningless. A charade! Not meaningless. Satisfying. Satisfaction is short-lived. Enjoy it while you can, because the next time we meet, you die. Oh, Bat, you just bring out the best in everyone. Your enemies, your friends, even your bestest frenemies like Harv here. He's at least halfway interesting these days, and it's all thanks to you! Так, можно отсюда выходить. Куча недовольных, блядь, уродов. Пошли в задницу.
Так, выбрать надо будет задание. Что случилось? Так, кстати, давайте посмотрим, что у нас там по навыкам. Так. Ага. Хрен такой моржовый. 18 очков. Бэткостюм. Что у нас тут есть в бэткостюме? Так. Так, все, костюм весь прокачали, получается, да? Да. Еще есть 4 очка умения, можно в бой пустить это все дело. Угу, отлично. Так, все, качнули. Так, давайте решим, что мы делаем дальше. Это я пока не буду проходить, я посмотрю еще по ситуации. Знак вопроса тоже еще рано. Значит, основное задание получается у нас. В часовую башню надо вернуться. Так, даже так сделаю. I'm heading to the clock tower, Alfred. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is complete. Very well, sir. Да, у нас пока с пожарниками идет, блин, попандос. А хотя давайте, знаете, что сделаем? Давайте попробуем, может где-то есть пожарники. The rioters have the Station 17 fire crew held hostage throughout the city. They're dead unless I help them. Так, нету, да? I'm going to search for Azrael's burning bat symbol and continue his tests. Так, горящего символа тоже у нас нет. Понял. Хрен знает, где он может находиться, этот символ горящий. Так, дальше. Что у нас тут есть? Это мы прошли. Эти Будды. Эти Будды легко пройти. I'm heading to the clock tower, Alfred. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is complete. Very well, sir. Back up! He's gonna get us! No chance! Где-то здесь спуск есть. Так, выйти в часовую башню. Где наш Джокер? Так, и что дальше? Ага, наверное, к компьютеру надо будет подойти. Нет? Ай, блядь, все забываешь, эта хрень тут. Ну, фотография. Это молодой, типа, этот вот, Гордон. А, понял, за этот вот.
Alfred, pull up the footage from the Batwing's onboard scanner. Certainly, sir. As you can see, the Batwing has completed an orbital sweep of Founders Island, but there's still no sign of the cloudburst. I will, of course, let you know when the situation changes, but I... Oh, one moment, sir. I'm receiving an emergency broadcast from the movie studios. Batman, I hope you can hear this. The movie studios are under attack. Robin is in trouble. Listen to me very carefully. You need to lock down that room. We can't let the infected get out. Of course. Tell me what. Henry! That's enough from you! Oh, это коза. Look who's too late to save the day. How's it going, Batbrain? It's been a while. Harley Quinn. So you do remember me. That's weird. Because you killed the only thing I ever loved. And now I find you've been keeping a whole new generation of Jokers to yourself. I know. Awkward. Don't do it. They're not stable. Oh, they're not stable? Maybe you want to take a look in the mirror sometime. Да. Alfred, I need to get to the movie studios. Please be quick, sir. Miss Quinn is clearly volatile. Robin may be in serious danger. Теперь с Харли Куин надо разбираться. I told you we should have butchered that bunch of second-rate tribute acts. They'd better not kill Robin Bats. I had the idea first. Пока вижу только летательные аппараты. You know, I never thought I'd say this, but I'm getting kind of tired of all this rioting. О, ребятушки, что я вижу? Уно фонарик. Batman's actually holding his own against this army. Thought he'd be dead meat for sure. Так, есть тут. What do you think the world sees when they look upon you? Batman, a hero, a savior, or the architect of Gotham's demise. What kind of boring post is this? Stuck in here guarding a portable radar dish when all the action's out there. What? It's great. We've got a sea view. А где так купаться? Я что-то ее не вижу. А, вот она. Если я же сюда попал. Где они, блядь? Где-то в этом здании получается. Так, найти способ туда залезть. Он ушел, он ушел. Understanding.
You don't need to worry about him anymore. Ага, я уже вижу, где может быть вход в эту кобзду, блядь. Или я здесь был? For most souls it's fear of loneliness, of poverty, of death, but not you. You act like a man who mistakenly believes his worst fears have already come to pass. Блин, реально, как туда попасть? Я думал, что тут, а тут оказывается нихера. Может, где-то выше есть дорога? Подождите-ка. Without that car, Batman's nothing. He needs to test himself properly against real soldiers. А ну-ка, у меня другая идея. Может, я смогу то стекло выбить, блядь? Batman can team up with whoever the hell he wants. This is only, I think, one way. He can't stop that. А, ребятушки. Да что ты? Что, только двое было и все? Да, сосунцы. Так, до свидания. Сколько мы уже нашли этих будок? Уже больше хоть половины. Выследите его. Бздуны, блядь. I'm staying out of the way. Those things? I don't trust them. What's your problem? They're drones. They're unmanned. They're programmed to kill one thing and one thing only. The bat. Это мой бэткоготь там летает? Так, я вижу, куда нам надо сыпать. Я просто хочу пересмотреть на всякий случай, или тут... А что нам карта говорит? Здесь нихера нету, да? Ну, я вижу, что одна осталась тут чухня. Тут 4 самолета. А тут все. Нам не показывают, где находится это наше задание. Ой, давайте к основному приблизимся хотя бы. Полетаем чуть-чуть. You know, I never thought I'd say this, but I'm getting kind of tired of all this rioting. До свидания. You
psychological experiment? Like we're all just pawns, somebody's twisted game? No? Yeah, me neither. Так, вот я и прибыл. Пункт назначения. Так, сразу сохранение пошло автоматическое. Even now they look to you. The impotent authorities, the cowards who fled, all eyes, all hopes upon a man who fails his friends. Хорошо, давайте уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.